Ежемесячные денежные выплаты на детей с 3 до 7 лет родители должны были получить еще в июне. Но средства дошли немногим. Часть семей получила отказ, большинство же родителей до сих пор ждут решения комиссии. Подробности в нашем сюжете. Ежемесячную выплату в размере 4770 рублей должны получить 37 700 детей Чувашии. Предусмотренный объем финансирования на 2020 год – 1 миллиард 600 миллионов рублей. Главное условие получения выплаты – среднедушевой доход семьи не должен превышать величину прожиточного минимума. Родители должны подать заявление. Все необходимые сведения от налоговых и других государственных органов запрашивает отдел социальной защиты. Начиная с мая этого года в органы соцзащиты поступило 41 тысяча заявлений. Рассмотрели половину. Почти 17 тысяч детей получили деньги. В связи с несвоевременным и неполным поступлением сведений в порядке межведомственного взаимодействия у нас по отдельным заявлениям имеются факты назначения выплаты за пределами установленных сроков. Эту проблему мы принимаем. Мы понимаем также недовольство граждан. Этот вопрос мы принимаем на себя. Работу здесь продолжаем. В частности, мы встречались и с руководством МВД. Ведем работу с приставами, налоговыми органами и с отделением пенсионного фонда. Кроме затянувшихся сроков, есть у жителей вопросы по отказам в выполнении услуги. Причина в основном этих отказов в том, что, допустим, 15% – это превышение доходов над среднедушевой доход семьи превышает чем над величиной прожиточного минимума. В этом случае отдел социальной защиты отказывает. То есть практически 15% – это большая величина отказа по этой величине, по этой причине. Значит, есть у нас еще и отказы. Основная масса отказов – это когда граждане не в типовой форме заявления не предоставляют все сведения, либо указывают недостоверные сведения. Кроме того, есть очень большое количество и орфографических, технических ошибок, которые приводят также к отказам. Есть также случаи, когда деньги, направленные в семьи, возвращаются обратно. Причина – ошибки при заполнении лицевых счетов, неправильно указанная буква или цифра. Сроки выплат, опять же, затягиваются. Для того, чтобы деньги дошли в срок, необходимо грамотное оформление заявления и оперативность работы межведомственных органов, отметили специалисты. И пообещали наладить работу в течение 10 дней. Ольга Алексеева, Татьяна Раевская, Николай Скворцов, Республика.